Всем привет! У нас полуночная съемка. Товарищи дети, поздоровайтесь, пожалуйста. Привет! В общем, сегодня у нас рисование световыми ручками. Одним из условий, одно условие там было написано, что нужно картинку подержать в темноте, а потом уже световой ручкой светить. Так, сейчас, что у нас получится на этот старый телефончик, я уже не знаю. Мама! Давайте смотреть. Тут у меня Мама, Снежка. Смотри, как надо. Тут просто надо. Ну-ка, убери трафаретик. Трафаретик убери. Трафаретик отодвинь. Мама. Вот такие картинки у нее получаются. Вверх ногами вам снимаю. Сейчас Лера развернет свою. Вот у Леры прям красота. Волшебство. Очень красивое, прям похоже на вот как взрослые раскраски, антистресс. Магия света. Ага, это, не знаю, телефон передает, нет. Лера написала ручкой. Лер, не свети фонариком. Подожди. Сейчас. Не передает. В общем, она написала ручкой. Ну-ка, Снеж, дай твой фонарик ненадолго. Ага, вот так немножко видно. И когда светишь на эту надпись фонариком, проявляется надпись. Тайные чернила становятся явными. Лера, где ты это нашла? Какая красота. Держи ручку. Так, если Снеж попадет, то будет ручка. Мама, Снежа, съемка темная, но... Так, вот, такое вот условие. Где? Егорка, у тебя что получилось? У меня какие-то пятна. Ну, ты просто не очень стараешься. А у меня... Да. Смотри. Просто не стараешься. Мам, я тоже написала. А у Васи? Смотри, что я сейчас написала. А у Васи? Что я написала? Сереж! Сереж! Мама, папа, там Мишу у нас ругает. Люблю. Папа, мы световые. Я написала, мама, я тебя люблю. Да, засняли, как папа Мишу. Ты Мишу ругал, что ли? Вот так вот, прям вот так вот светить. Ну все правильно, надо его поругать. Папа, смотри, вот так. Потому что мы сейчас дружно все работали, кроме Миши. Миша у нас ушел гулять. Мама. А Лера с папой доски разбирали. Папа, мама теплицу обрабатывала. А дети развлекали нас всех, устроили нам песенный концерт. В рабочий полдень назывался. Какую вы там песенку-то пели? Пришвались на пасхальную. Ага, какая? Пришвались на пасхальную. Понятно. Так, ну, в общем... Смысла, наверное, больше нет снимать. Что хочу сказать по наборам. Наборы, я бы не сказала, что уж очень так дешево. Ну, для нашего вот городка. По нашим доходам. Они где-то в продаже получаются... так, сейчас скажу точно. 280... Ну, в общем, около 300 рублей за одну вот такую открытку. Это, в нее входит вот открытка и ручка-фонарик. Как ярче будет, если приближать? Прям. Для кого-то, может, это вообще копейки. Вот. У нас люди, сейчас конечно, победнее где считают Вась, свою копеечку. Вась. Но с детьми все равно развлекаться хочется. Вот а здесь вот прям красиво смотрится. Поэтому, если вот кто-то... видит такие открыточки, знает, где их заказать. Ну, один раз нет, можно с детьми порисовать. Мама, интересно. А завтра мы порисуем? Конечно, они же ваши. Вот. А то нам словили фонарик. Они исчезают. Ладно, девочки, давайте, у нас очень длинно получилось и, наверное, бестолково. Скажите всем пока-пока. Мам, подожди, пока, всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Да. Еще раз извиняемся, что у нас темная такая съемка. Исчезают.